Вот прошло 12 дней с моего последнего похода. И вот снова на этом же месте произвожу я съемку. В этот раз я иду не один, у нас блогерский поход. Со мной блогер Сергей. Всем привет. Канал с рыбаком удочкой. Рыбаки особенно, подписывайтесь. Как тебе погода? Погода шикарная. Шикарная. Всего-то минус 30 градусов. Нормально. Вот, а то 5 ходишь, да, скажи, а сейчас 30. Да. 30 самое то так. Бодрит, бодрит. Планируем мы куда? На улице ночевать, да? Да. Да. Только с крышей улица будет. Мы пойдем на ту избушку, попробуем, переночуем. Снега так и не было, по-моему, да? После этого. Так что нормально будет идти. Ну все, мы отправляемся. Вот тайга нас ждет. Пошли. Не пойду. Ну и как хочешь. Да руки трясутся, блядь. Это специально трясина, чтобы, блядь, ветер сильный. Вот, идем потихоньку, прошли уже километра два. Каждый ведет свой видеоблог. Как это будет? Видеоблог, да? Да, мы просто снимаем. Просто любители съемок. Ну а так, как обычно, идем, любуемся уже вдвоем. Вдвоем интересно любоваться. Красиво. Ну вот, истории рассказываем всякие. Смешим друг друга. Что-то хрустело недавно тут. Покричали, не отозвали. Ладно. Как обычно, тихо все, да? Угу. Нормально сидят люди дома, птичка тоже на. Очередной отдых. Вот идем. Как он? Карчумышский тракт. Вот как. Там уже Алап в той стороне, скоро дойдем. Вот. Ну что, тебе нравится-то, а? Да, ты так снимаешь. Ну я себя, ты же говоришь, тебя не снимать. Да, да, мне не надо снимать. Мне нравится, вообще обалденно. Красиво, да? Хорошо. Только Леха мне рюкзак какой-то подсунул, беспонтовый. Это не Леха. У меня понтовый, я даже его не снимаю, а ты снимаешь почему-то. Ну потому что лямки такие. Лямки. Ну мы давайте сбросимся, возьмем ему новый, да? Слышь, завязывай. Ну вот так, с юмором, сколько с песнями. Я не знаю. Нормально. Честно, километра 4 еще, 5. Не пользуйтесь услугами этого турагентства. Скажите в камеру это. Не пользуйтесь услугами этого турагентства. Почему? Куда идти и сколько идти? Да идешь, и все. Вот. Два пальца от Алгоя, как там? По асфальту там. Вот все ближе подходим к Алапу. Там мы решили попить чаю, отдохнуть. Это будет полпути до нашей конечной цели. Вокруг красота. Хорошо. Блогерские походы наши. Ну, решил тоже снять. Такие надо иногда снимать. Дружеские походы. Так что всем не угодишь.
Ну вот мы подходим к финальной части этой половины нашего пути. Первая цель. Сейчас надо будет поздороваться с Алапом. Пойдем вон, вон Алап уже. Как сторону друга опять иду, хотя недавно виделись. О, он замерз уже последний раз. Ну, конечно, 30-ка уже. Все, он замерз уже. Все, располагаемся пить чай. Полпути прошли. Что? Полпути прошли. Ура! Ура! Ледобур добыли, блин. Здесь... Там рыба по-любому. Не, здесь пескари-то есть в нем. Он глубокий. Ну, все. Мы остановились отдохнуть. Полпути пройдено. Сейчас мы пойдем напрямую, без дороги. Пока хлеб отвязал, чай замерз в стакане. Реально корочка забыла. Угощайтесь. Руки уже. Надо что-то одевать. А, блин. Блин, ветер. Что там ты про Москву говорил? А что? В Москве холодно, плюс 6. Ага. У нас теплее, приезжайте, погрейтесь. Да. С Москвы кто? Приезжайте к нам, у нас хорошо. Утром 30, сейчас днем 25. Наверное. Наверное. Ну, в избушку придем, посмотрим, сколько там точно. Короче, да. Не в ресторане, так, оторвал. Это мы кабана заварили. Ага. Дичь. Всю дорогу спрашивал, как до избушки пройти нам? Вот он. Все, хватит есть, пошли. Я только начал, ничего не знаю. Ответьте, мистер Сергей, вы готовы? Всегда готов. Всегда. К чему готов? Сейчас готов. Пойдем без лыж. Пошли по целику. Так, сейчас я возьму, где у меня ружье? А, под этим. Одеваемся. И пошли. Сейчас я перчатка такая в экране, полэкрана перчатка. Холодно, руки мерзнут. Морозе сдают. Тепло, ты что врешь-то? Да, вру, я вру. Ну, для сибиряка-то, конечно. Ну вот, глубина такая небольшая. Ты живой там. Ну вот, глубина такая. Может, видно? Ну, нормальная. Вот, все. Теперь полпути мы идем по целине. Это вот это место я снимал, где я вышел, эту дорогу нашел, где мне по душе. И все. Сейчас самое интересное. Надо было по лапу идти все-таки. Было бы интереснее, еще лучше. Издалека, долго. Ну вот, началось. Мы не пили, честно. Честно, это был чай. У меня сало тоже было. Сало. Ну вот, дело ближе к вечеру, а мы подходим уже к избушке. Знал, да? А? Знал, да? Ну я знал, конечно, я тебя обманывал, что еще долго. Вот она, я не соснял в тот раз, как пасека здесь была, а тули осталось. А вот мы подходим уже. Не упасть бы тут. Ой-ой-ой. Вот она избушка, в которой я не переночевал, но решились мы сейчас пойти вдвоем тоже. Где он там? Корифан. Он снимает. Можете посмотреть его видео на его канале с чудаком и с удочкой.
два варианта видео будет. А мы подходим, тем не менее, к самой избушке. Красиво вокруг. Идем вдвоем, восхищаемся в один голос. Не подумайте, у нас не только пошлые приколы. Тоже красота. Прям хорошо все. Ну вот. Сейчас мы... О, давайте подойдем. Здесь теплее. Прошли мы. Поднялись. Оно на возвышении стоит. Вон, солнце уже ближе к закату. Посмотрим мы. А, ну все так и осталось, как было. Только следов. Кто это там ходил? О, ледокурил кто-то. Так. Градусы посмотрим. Здесь на возвышении теплее прям чувствуется сразу. Вот всем известный градусник с моего прошлого видео. 20 градусов. Здесь теплее. Поднялись, уже теплее. Ну вот. Здесь нам предстоит переночевать. Пусть хозяева не обижаются, если увидят. Мы ничего не бедокурим. Мы все делаем аккуратно. Ну, сейчас отдохнем. Что-нибудь придумаем. У нас такие есть. Костер пожечь, что-нибудь такие планы. Что нам сейчас делать? Растопить печку, посмотреть. Где-то там мой друг-блогер-то потерялся. А его не видно там из-за кустов. Вот. Ну вот, пришли. Будем пока раскладываться и растапливать все. Ну вот мы начинаем располагаться. Жарко? Да. Вот уже. Печурка. Печурка, конечно, слабая. Ну, мы, надеюсь, не замерзнем. Надеюсь, надеюсь. Ну, ну плохо, что третий у нас не было, хомячка. А вот так видно хорошо вот здесь. Обниматься будем, что-то. Не-не-не, ты давай прекращай мне это, Голландию не устраивай. То люди не то подумают. Готовься, готовься. Ну, надеемся, не замерзнем. Еды тут полно. Но мы, конечно, свои принесли, оставим, да? Что останется у нас, оставим. Вас-то останемся? Ну, вдруг там что-то там, лапшичка, что-нибудь. Я всегда оставляю что-нибудь. 20 часов ничего не делать. Да? Как ничего, а это... Костер, там танцы возле костра. Короче... Вот так мы в Сибири проводим выходные дни. Такой ночной клуб. Ночной клуб. Приходите к нам в Сибирь. Вход бесплатный. Вход бесплатный, выход платный. Ну, картошка замерзла. Картошка. Ну, мороженую картошку, как яблоки есть. Ну вот уже печка чигарит, все теплее. Но еще холодно в избушке. Около нуля. Еще тепла плюсы нету даже. О, а дым. Дым пропал. Значит, жар пошел нормальный. Дым с избушки что-то. Плохо видно, он наверху идет. Вот. Окошки также запотевшие. Ну, мы протапливаем потихоньку. Хотели сходить, где я ночевал. Там туда. Может, пойдем, сходим, я не знаю. Короче, не взяли с собой ничего, ни сосиски, ни шашлыки. Можно было спокойно пожарить. Хотя в холод такой. Жарить желание, наверное, не очень, не особо. Тут он кто такие, какие-то колонок или кто это там бегал. Вот он здесь живет, что ли, или мышки простые. Это тут непонятные следы. Сейчас мы зайдем в избушку, посмотрим, как водичку тут снег растапливает. Можно? Можно. Хорошо. Алексей наморозился уже.
А это Сергей согрелся. А я греюсь, конечно. Тут у нас тепло, чем больше топим, тем ниже температура. Сколько у нас? Минус 7. Уже минус 7? Было же под нуля. А, запотело у меня. И минус 7 будем хорошо ночевать, вообще не полный. Походу на самом деле оно не совсем зимнее или запущенное, под столом промерзает. Так спать будет не сильно жарко. Да, будет очень хорошо. Не направляй на меня оружие. Ну-ка я посмотрю, как там. Ох, разошлось. Я уже посмотрел. Саша, ты тоже. Ну все. Надо, короче, хавать, варить-то. Пожрать и спать ложиться. Нет, ты что, вся ночь впереди, блин, вари, вари. Ну вот все теплее становится, теплее уже сколько там градусов? 10 ближе. Окошки растаяли. Ну, протапливается прям тепло, хорошо стало. Видос с окошка такой. Плохо видно. Сейчас будем перекусывать маленько. А потом уже готовить, уже конкретно кушать. Ну вот. Вот так мы отдыхаем. Было бы втроем, хотели втроем, можно было пойти, ну не получилось. Все равно весело, интересно. Ну, вот я говорил, что в избушке лучше не ночевать, в смысле на улице не ночевать, лучше в избушке до 20, вот. Ночью может опять 30, ну, есть возвышение, вот там мы шли, было пониже, 30 ничего. Вот. Все равно как-то интересно, красиво все. В такие морозы тоже интересная своя красота у тайги. Тоже такая хмурая. Ну не хмурая, если у нее солнышко хорошо, а в смысле такая суровая. Огонек пощелкивает в печке. Вот темновато пока. Еще вечерять начало.
хозяева, не обижайтесь, пожалуйста. Мы сами себе нарубили. Вы с бензопилой наперили. Ну, мы маленько воспользовались, мы немного взяли трех. Вот вечерок, мы пошли. Ну иди по берегу, а я пойду. Мы пошли достопримечательности смотреть. Смотри, кедр какой. Вот с таких этих сделали, наверное. Видишь, какой толщины. Ручей, который впадает в Алап. Да, я водичку хотел достать. Да вот, сейчас уже рядом. Что там, километр бешеной собаки, да что? А? Ну, наверное. Сало ты больше ел, ага. Я одну отвернусь, ты раз, еще два. Она, кстати, растворяется, не выводится. А, включен. Я съемку веду. Забыл даже. Ну вот. Тут водичка, он шумит дальше. А, хотел показать. Это как шуга шла, прям такие эти гребни остались. Прошли мимо. Лед-то уже сантиметров тут 20-30, наверное. А вот там местами шумит. А вот она, как шла шуга. Небольшой ручеек, а он выдавил как. А вот сейчас минуточку тишины. Не слышно будет. Кто? А, ну. Не, водичка вот здесь шумит прям. Где-то под камнями я копал. Вот он забежал туда. Джу-джу. Это водяной какой-то, наверное. Ну вот, сейчас еще маленько пройдем. Вечер в тайге. Мы утром придем, конечно, сюда. Красота. Вообще прям. Алап. А, это впадает ручей в Алап, который. Алап сам дальше, он впадает. Он затем бугром. Ладно. Вот такой здесь ручей прикольный. Леха место видал здесь красивое. Там типа скалы. Темновато уже, конечно. Но все равно видно. Ну вот, мы решили плюнуть на все. И остаться на улице ночевать. Мы ушли 5 километров по течению. Мы будем на улице. Ты не против, Сергей? Да нет, конечно. Ну все. Это, конечно, шутка, вы понимаете. Это у нас такое вот развлечение. Ну а сейчас видно не будет ничего, как у негра в одном месте. Там вон избушка, а даже подсветки избушку даже не будет видно. Ну ладно.
Так что съемки у нас сегодня тут не получится. Я, короче, это... Как она? Скажи. Ну ты иди хоть сюда. Ракетница, сигнал охотник. Да нет, я говорю, как обозначу удачный сезон. Открытый у нас. Ну давай я тоже. Давай. Холод крепко в объятия берет и ныряет за точкой межребер под майку. 25 градусов уже. Холодновато стало. Мы решили тут на улице маленько костерок почудить. Ну и салютик маленький сделать. Отпугнуть зверей, которые здесь ходят. Я не кручу. Так ты свиней крути. Блять, у тебя ветки, смотри, какой-нибудь туда надо стрелять. Только не на камеру. Давай. 3, 2, 1, салют! Прикольно. И там еще разные цвета такие. О. Вот можно было в небо в натуре, блядь, да? Они так видно было бы. Всех медведей распугал. А? Нормально вообще. Че ты грибобас, грибобасаешь? Вот прошло, не прошло и 3 часа, и мы сели покушать. Вот окна тянет, сейчас там уже наверное, то, что 30. Так а печка прогорела, вон Тимур. А, печка прогорела. Сейчас пока будешь есть, замерзнешь. Уай. Ну что, Алексей, приятного аппетита. Спасибо, вам тоже. Хватай. Да. Варим уху, которую наловили. Где ты наловил ее? В Тихом океане. В Тихом океане. Магазин у нас такой. Вкусно. Чай из чаги. Чаговый чай. У кого-то из чаги, у кого-то из заварки. Ну, все по-разному. Не буду я грибобасить. Вот она, чага у нас лежит. Ну, что, видать, что ли? Нормально. Порезать, конечно, придется. Сейчас в избушке сколько там? 18 градусов. Жарко, а где сидишь, холодно? Расскажу. 20. 20. И на улице. Минус 25, наверное. А, ну, только поедим, и что будем делать? Не знаю. Наверное, спать ложатся. Карту не будем, наверное, играть. На раздевание? Ты камеру прекращаешь, потому что не болит. Ну, мы немножко, что можно. Что-то вспотел у меня, наверное. Ой, блин. Как приятно, да? Угу. После дня. После холодового супчика. Видим, как все. Классно. Свет погас. А включили за неуплату. Ну да. Говорил, ты заплати. Надо это сделать. Вован свой платеж. Что, какие планы на завтра? Выбираться домой к людям. Нет, ну спать-то будем часов до 8 минимум. 6 подъем и по темноте пошли. По лапу по той дороге выходить.
У нас выходной, отдыхаем. Что, 12 встанем? Рыбачить пойдем. Что, 12 встанем, пойдем. Что, 12 встать, надо ту поленницу поджечь. Ну, мне кажется, нормально приночок. Конечно, нормально. Сильно не приземлил, нет. Замерзнет. Угу. Не должны сильно замерзнуть. Если видео смотрите, значит, не замерзнут. О, животрёвочек. Супчик почувствовал, все. Нормально. Фу, жарище. Сейчас печку подкинем. Будет вообще. Ташки, она пока горит хорошо, а видишь, прогорает сразу. Угу. Да, камешки бы на нее. В принципе, гора вон там недалеко. Угу. Могли заморозить сами. Вот кайло надо было бы. Да что там, нужно валяется, просто так что. Особи какие. Ну, пошли сходим, поговорим вместе. С фонариком. Сейчас похавали. Один сгорел тут. Вкусно. Я сейчас добавки наложу. Свечки какие-то бахом на кучу расставим. Надо было две брать. Фиг замерзнет. Если топить будем, не замерзнет. Ну ты всю ночь, короче, топишь, да? Конечно. А я утром. Да. Все, договорились. Не давай утром, я буду топить. Да ты до 6 топишь. А я с 6 до 6:30. Все, хорошо. Сколько время? Время уже 9 доходит. Все, моя вахта закончилась. Я до 6 топил. До 6 утра. 6 утра. Все, все. Искорки прилетели с трубы, наверное, откуда. Да это эти волки ходят. Что будет? Блять, а дверь-то не закрыта. Сейчас откроют меня, сцапают. Нет, специально так все. Хитрый, а меня посадил прям. Ну а что, кого потолще надо сюда это? На выход. Примерно одинаково. Блин, я, наверное, добавочки себе ебал тоже. А ты говорил, что не буду, не буду. Да что-то так она влетела прям хорошо так. Жиденькая. Свежий воздух находишься, еще намерз здесь маленько, она, конечно, пошла. Ну, а кстати, это... Пошла жара в хату. Не сильно намерз здесь. Да вообще, когда идешь, там 30-ник, еще ветра нет, еще тянуло бы, еще может. А так... Ай, сейчас больничек. Ой. Одежда вся по космическим технологиям. Да, сейчас у нас вообще... Завтра как будет? Что будет, по ветру? По-моему, завтра что-то. Домой нормально. По ветру утром сходишь и пойдем нормально. Нормально, там же это. В горку карабкаться. Ну жарко будет вообще. Спотеем. В горку пойдем. Сейчас по целику не надо идти. Протоптали дорожку. Так что все будет там. Ну вот мы проснулись, время 5 утра. Вот Серега тут. Ага, сейчас будет видно вот чуть-чуть. Как спалось? Прекрасно, но холодно. Ну холодно это в конце было, 4 часа. Ну легли мы спать час, последний час мы замерзли. Ну, эта печка прогорела. Градусов у нас в доме. Вот 0 градусов показывает вот стрелочка.
поводу это, ну, смотря на что, сейчас мы сходим с вами по ветру. Посмотрим те градусы. Ага. Ой, как холодно. Звездное, ой, какое красивое звездное небо на фоне тайги. И ничего не видно, даже с фонариком. Вот так. Ну ладно. Посмотрим, сколько у нас градусов. Вот, смотрим внимательно. 30 градусов. Все видели? 30 градусов. Так что все нормально. Поэтому я говорил, нечего в такие градусы ночевать на улице, ночуйте в избушках. Очень плохо, что нельзя передать всю красоту. Вон какой-то дяденька стоит по ветру. Сейчас я к нему встану. Вот светится окошечко у нас. Ой, как холодно, а. Я маленько охрип. Ну вот утро, время у нас, и не показывает у нас время ничего. Короче, 11 часов доходит. Проспали мы второй раз 4 часа. Градусов 7 у нас тут показывает. На улице также 30-ка давит. Тут, о, не видно его, да, в темноте. Серега. Доброе утро. Доброе. И тут не причесался, ты меня тут снимаешь. А тут не видно ничего все равно. Вот, и, короче, мы начинаем топить печку, собираться. Во сколько мы в час выйдем, да, наверное? Тут 12, ну что, сейчас быстренько посварим, похаваем, пойдем. Ну да, наверное. Ну вот сейчас нам останется печка, все готово. Ага, прям видно все. Короче, видно только окошко. Ну и пойдем собираться. Покушаем мы что, лапшичку с тушенкой, да? Да. Ну все, сейчас я заморочусь, ты лежи. Фонарик горит до сих пор. Все, пришло грустное расставание, грустный момент расставания. Мы уходим. Хорошо. А вы? Ну, мы уходим. Ну, мы как по привычке как оставили. Оставляем лапшичка тут что-то, печенюшки, чай. Ну, как людям оставляем, что не просто погостили мы. Все прибрались, подмели тут, погладили. Тебе помочь? Опа. Тебя еще больше может стало? Да нет, что-то кто бы неправильно помог. Неудобно. Так, веничек надо убрать. Что, мне закрывать? Где ты пойдешь? Я пойду. Сейчас я крючок этот накину. Так как было. Все сделаем. Все. Пока дома. Мы пошли. Ну все, мы пошли. Прошли половину пути, вышли на снегоходку и сейчас движемся в сторону дома. Ветерок небольшой тянет, но так, в принципе, хорошо. Ну вот мы идем потихоньку. Серега калину собирает. Ягодку. Что с ней будешь делать, Серег? Пирожки? Настойка. Настойка? 40 градусов. 41. Ты ее вон ближе бы снял, прикольно. Как пластмассовая, замерзшая. Как пластмассовая. Ну и сейчас сниму. Сейчас. Вокруг посмотрим, как красиво. Спокойно все. Еще бы у меня штатив бы не падал. Было бы все замечательно. Ну, часика два, и мы уже на Карачумыше подходим.
и наше приключение заканчивается. Ты против солнца снимаешь, тебе оттуда надо. А тут сразу и черемуха. Надо черемуху попробовать. А, прикольная такая, пластмасса. Ой, красивая какая, смотри. Ой. Ой, сейчас. Ам-ам-ам. Хоть съешь для приличия. Я сам ешь. Скажут, какие-то пластмассовые повешали сами. А я не люблю ее, она горькая. Я люблю сладенькое. То, что горькое, то полезное. Нет, все, что сладкое, полезно. Нет, сладкое это замануха, ты что? А я люблю замануху. Смотри какая. Ну-ка где? Давай приблизи. Калиновый монстр буду. Как в смысле монстр? Ой, блин, прям вообще. О, колокольчик извиняет. А ты вот сделай и не говори, так просто машу. Сделай ты звук. Слышали? Это не у меня. Это не у меня. Надо птичкам-то маленько оставить. Птичкам хватит. Они ее не едят, эту что-то. Ее, видать, в этом году полно и рябины, и калины, так что им хватит. Солнце светит, левый глаз. Превознемогаю. Дядя слова даже не выговоришь. Ты не можешь выговорить, а я иду, превознемогаю. Вообще. Надо, 8 километров. Рюкзак 42 килограмма. Плюс калины целый литр. Это ужас. Ты надеешься, все пожалеешь? Ну конечно, а как? Я не сам, я не виноват. Это он меня тащит. Калину решил продать. Выдумал. 1000 рублей литр, кто хочет покупать. Так? Да. Все. Реклама такая. Прямые поставки в Москву. Доставка бесплатна. Все, высылался? Да. Вот. Реклама должна быть короткой. Короткая. За рекламу платить надо. Ну, дам тебе одну калинку. Батарея быстро разряжается, потому что холодновато. Поэтому запись немного будет. Мы уже подошли к кормушке. Совсем рядом. Мой напарник лежит пластом, идти не может. Устал, наверное, бедолага. Вот кормушка. Напарник вот. Восток в другой стороне. Там аномалия. Намаз не так совершает. Я на кормушку. На кормушку, ну все. Ну все, там видео. Последний ролик будет. И все. Мороз, все быстро разряжается. Ну вот, наш путь оканчивается. Мы прошли. Уже к дому почти подошли. День заканчивается, наш поход заканчивается. Хорошо отдохнули, полюбовались природой, поморозились маленько. Вы увидели, как можно в 30 градусов ходить. Лучше в избушке. Но я не говорил, я что-то забыл или говорил. Но если еще раз повторюсь. Ниже видео будет ссылка на канал, на Сергея. С рюкзаком и удочкой. Посмотрев это видео, посмотрев его видео, увидите этот полный отчет о нашем походе. Подписывайтесь, особенно рыбаки. Ну и там есть походы всем любителям. Ну ладно, до новых встреч. Пока. Мы пошли домой.